Приветствую, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня поговорим о депрессии. Что это такое и какой ее смысл? Депрессия. Есть депрессивная триада. Снижение настроения, снижение двигательной активности и снижение интеллектуальной активности. Кроме этого, депрессия – это еще отсутствие удовольствия от жизни, так называемая ангедония, когда вот ничего не радует, все как-то пресно, тошно, ничего не хочется, то, что раньше было вкусно, завлекательно, сейчас не доставляет никакого удовольствия. И что еще важно, чужая радость не заводит, как-то не вдохновляет, а наоборот вызывает еще большую досаду, в том числе потому, что вот они могут, а я не могу, как я не стараюсь. И все попытки других людей взбодрить, развеселить, как-то вовлечь, отдохнуть, развеяться, приводят к еще худшему эффекту, потому что это не получается, это подчеркивает то, что состояние плохое. Но у депрессии есть очень глубокий биологический смысл. В принципе, депрессия – это такое тотальное выгорание ко всему, когда ничего не хочется. И это очень мощный сигнал от природы. У тебя твоя батарейка сдулась. У тебя там энергии совсем нет. Твоя задача – отдохнуть и восполнить батарейку. И если человек пытается через силу вот этому противодействовать, депрессия тогда усугубляется. А вот как восполнять эту батарейку, мы поговорим в одном из следующих видео. До встречи!